Дарья Ивановна, тут из ветеринарной клиники звонили, говорят, собаку на осмотр надо доставить. Странно. Которую из собак сказали? Я так поняла, что Банди. Он же вчера мою маску для лица съел. Наверное, Маруся рассказала доктору, а тот обследование назначил. Так ты и Марусе нажаловаться успел. Ладно, бандит, поехали к доктору.